Не спешите покупать новые счеты, если сломалась палочка на рядочке, которая держит косточки. Это можно отремонтировать своими руками. Вот, например, как здесь. Смотрите, берем ушную палочку, снимаем ватку аккуратненько с обеих сторон. Вот такая палочка. Отличный шток для наших косточек. Эта палочка немножко длиннее той, которая нам необходима для рядочка. Нужно ее отрезать приблизительно где-то на 4 миллиметра. Сейчас я это сделаю ножницами. Вот так получилось. Находим потерянные косточки и нанизываем. Так, ищем свободный рядочек. Так, как бы мне пристроить, чтобы это было видно. Смотрите, вставляем палочку в короткую часть, протыкаем косточку. Так, она должна войти посадочное отверстие. Вот, 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 вошла. Смотрите, на длинную часть насаживаем оставшиеся 4 косточки земных. Вот смотрите, нанизал оставшиеся земные косточки. И теперь вставляем второй конец палочки, посадочное отверстие. Вуаля, счеты отремонтированы, прекрасно двигаются по рядочку, можно считать.